Здравствуйте. Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 58. Задача А. Стакан вмещает 160 граммов крупы. Крупой наполнили 2/5 стакана. Сколько граммов крупы насыпали в стакан? Это задача на нахождение части от числа. Давайте вспомним правила. Чтобы найти часть от числа, выраженную дробью, нужно это число умножить на данную дробь. Нам надо найти 2/5 от числа 160. Весь стакан 160 граммов наполнили 2/5. Значит, надо это число 160 умножить на эту часть, умножить на 2/5. Умножаем. Числители 160 умножить на 2, в знаменателе 5. Сокращаем 160 и 5 на 5. В числителе будет 32, в знаменателе 1. В числителе еще 2. 32 умножить на 2 будет 64 первых, или 64 грамма крупы насыпали в стакан. Ответ. Задача Б. Общая площадь окон, которых надо вымыть, составляет 24 квадратных метра. За час вымыли 5/8 этой площади. Определите площадь окон, вымытых за час. Нам надо найти 5/8 от числа 24. Аналогично. Надо это число, 24, умножить на часть, 5/8. Умножаем. Числители 24 умножить на 5, в знаменателе 8. 24 и 8 сокращаем на 8. В числителе 3, в знаменателе 1. В числителе еще 5. Получаем 15 первых, или 15 квадратных метров окон вымыли за час. Пишем ответ. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.